Всем привет! Приехали мы сегодня на рыбалочку. Уже весло, доночку поставили. Сегодня на удочку. Приехали с братом. Всем привет! Сегодня у нас наконец-то весенняя рыбалочка. На поплавочек и доночку. Ездила на нашу речку, вообще не клевала. Ну, один раз клюнула, поймала плотвичку хорошую, и все, больше ничего не было. Вода мутная. Мы сейчас вот приехали. Видите, вода, конечно же, почище. У брата уже на поплавочек клюнуло. Карасик клюнул хороший. Ждем теперь на мой. Давай, давай. Ух ты, какой хорошенький. Наконец-то, ребят, поклевочка. Карасик. Все. Оба. Да. Хорошие, ребят, закинула под берег другой, смотрите. Да, вот он. Карасик. Сегодня пожарим. Так, забиваем прикормочку, ребят. Чтобы второго карася поймать. Дед там опять тянет. Прикормочка у нас сегодня мелко на карпа. Такая вот. Ссылочку, если что, на нее оставлю в описании. Постоянно этой прикормкой пользуемся. Так, сейчас будем закидывать. Оп. Закидываю под тот берег, как уже говорила. Сейчас попробую поближе закинуть. Посмотрим, что у нас там будет. Оба. О, ребят, клюнул поплавок. Посмотрела, смотрю, нет. А я уже его потащила. Сошел. Ну, небольшой был. Да, так уже, конечно, интересней разыгралась у нас рыбка. Уже охота буду на поплавок половить. Сейчас насадим хорошего червячка. Любимый,
Есть, ребят, на поплавок начались. О, у меня поплавочки. Один уже был, но сошел. Карасик там. Иди, иди сюда. Тихо. Все. Хороший, как на доночку клюнул. Смотрите. Какой карасик у нас пошел на удочку. Да, сегодня будем жарить таких, ребят. Оттянул, кстати, не очень сильно. Тут под берегом, да? Угу. Ребят, опять у нас поплавочек. Клюнул. Да, Патричка. Блин, Владик. Тихо, карась, ты куда попёр? Хватай. Что, ребёнок? Тебя попёрло на всё. Да. Близок. Я вообще. Сейчас. Смотрите. Я всё побежала. Клюет доночка. Сейчас. Давай. Дюбет. Такого мы отпустим, ребят. Он маленький. Мы сейчас больших наловим с вами. Да что ж ты? Есть. Или нету? Не пойму. А, есть. Да. Да. Пошло дело. На улицу то больше идет. Поменьше, да, сейчас пошло? Да, что-то мелкий идет какой-то. Слушай, ну что, перевалил? Не, ну это все нормально. Как считаете, ребят, нормально? Не, я не иду. Есть, ребят. Ух ты, какой хорошенький. Идет. Ну, конечно, наверное, поменьше, чем на удочку будет. На улицу вообще идут здоровенные. Ну да, я же говорю, на него идут поменьше, чем на удочку, а удочка у меня клюнула. Удочка клюнула.
ты у нас маленький плывешь. Есть. Подсекла. Ой, хороший. Иди сюда. Тихо. Вот это карасик. Стой. А? Да, смотрите, ребят, здоровенный. Ну, обломки, наверное, последнего вытаскиваю, и все, будем сворачиваться. Есть. Идиот. Ребят, удилище у меня удов, заказывала в магазине фишек. Ссылочку оставлю в описании. 3 метра он. Заброс мне прям понравился. Легко забрасывает. Да, ну хоть побольше. Такого можно и взять вот. Все, стой. Ну все, конец нашей сегодняшней рыбалочки. Отловились по весне мы наконец-то хорошо. Смотрите, какой у нас сегодня улов. Какие у нас большие карасики. Пожарим сегодня. Такая вот рыбалочка у нас получилась на доночку и на удочку. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, начали ли вы уже ловить таких карасей по весне. И всем пока-пока!